Вот на ЖД вокзале, если вы думаете, что власть сжалилась и убирают совсем шлагбаумы, то ошибаетесь. Вот эта вот парковка, она будет сделана шлагбаумами. Вот эта вся парковочка перед вокзалом. Проезд, я так понимаю, будет сквозной, без шлагбаумов. А вот здесь вот, видите, монтируют, поставят шлагбаумы. Вот здесь будет. И вон там, видите, в конце. Вот эта вся парковочка будет в шлагбаумах, так что никто на встречу народу не идет, шлагбаумы совсем не убирают. И вот здесь видно, забетонировали только что. Быстрее, быстрее успевают, лопату аж бросили, чтобы быстрее застыло, чтобы успеть быстрее еще собрать бабок. Никто не заботится о народе и никогда не будет.